Йоу-йоу-йоу, DDDTV. Чекайте, сколько народу там, блин, на мосту. Ну так нормально, там ажиотажик такой. Заряди, ребят. Ну здесь в парке есть вот такое вот еще место небольшое, такой прудик за прудик. Здесь можно посидеть, почилить чисто, там что-то подумать о жизни, о всей хуйне. Такое интересное место, уже тут что-то разъебалось, тут походу чинят. Ходить по газону меня хрен знает, можно нельзя, но я тут нарушаю, как говорится. Вон там людишки сидят, хотя все огорождено. Сейчас пройдемся, глянем еще что. Еще раз зацените церковь здесь в парке. Сейчас прикольно, здесь вот раньше было все огорождено. Но теперь заходи, выходи, где хочешь. Даже на время чемпионата мира здесь ничего не перекрывали, потому что уже ажиотаж не такой. Вообще, что прикольно, сейчас в Москве дофига мест стали делать, где можно посидеть, почилить, нифига не поделать, как говорится. Просто, ну, короче, типа Централ Парка в Нью-Йорке. И вот мы приблизились поближе уже к этому озеру искусственному. Уже тина есть какая-то, здесь растения, вот какой-то домик, блин, я не знаю для чего. Для уток, не для уток. Вроде бы, если я не ошибаюсь, ни с чем не путаю, то здесь я видел уток. И что-то их сейчас нету. И по чесноку хочу сказать, что здесь классное место просто за шашлычек. Реально, мангал поставить, водичка есть, можно по пьяни окунуться. Шашлыки пожарить, выпить, бухнуть. Ну, блин, ну круто. Жалко, в лесах такую тему не устраивают, не обустраивают. Давно не приходило в голову, что уже сейчас август, и 2 месяца лет уже будет плюс. Я даже не заметил, как они прошли эти 2 месяца. Это было очень быстро. Причем с годами это происходит еще быстрее. И вот так вот мы сейчас спустимся и выйдем сразу к Москва-реке. Тут такой выход. Такой туннельчик, вот мы можем видеть, там уже начинается Москва-река, зазывал на всякие эти, как его, на прогулки. Вот они, теплоходы. Смотрите, Москва, речное движение сейчас в Москве просто, блин. Я такое количество вот этих вот теплоходов уже давно не видел. В принципе, никогда не видел. Раньше было меньше. Реально меньше. Но прикольно, смотрится круто вообще. Такие четкие таймлапсы здесь можно сделать. Ребят, всем советую. Все, кто снимает видосы, прикольная штука, чтобы разнообразить их, как делать таймлапсы. Даже на самых, ну сейчас, в принципе, вообще во всех телефонах есть такая штука, называется либо таймлапс, либо еще как-то. Используйте, ребят. Не знаю, там пару минут тратьте на это и делайте небольшие вставки в видос, и получается очень круто. Шикарная погода, чтобы почилить здесь, вот понаблюдать за лодочками. Блин, вид прикольный, конечно, здесь. Облагородили, просто пипец. Шикарно, просто очень достойно, очень достойно. Смотрите, просто лодки сзади меня. А? Сейчас сидел, таймлапс записывал. Пойду еще где-нибудь почилю, посижу и так кайфану. Блин, погода шик, не жарко, не холодно, ветер шикардос. С вами. Чё как, кстати, сами вообще? Вот песота моя любимая. Посмотрите, пишите мне в комментариях, как вы думаете. Чем занимаетесь, где летом были или куда собираетесь? Отпишите, чтобы я знал. Народ тут, как говорится, не зарастет, сюда народная тропа. Вот так я хочу сказать. Место шикарно, построили, молодцы. Фотки, ну, шикарные фотки получаются, очень круто. Всем советую побыть на этом парящем мосте, в парке Заряди. Ну, особенно если хорошая погода у вас будет. Вы не пожалеете и нормально так количество лайков соберете в Инстаграме.
советую. В принципе, еще интересно узнать, я сколько всего советовал в своих видосах, кто этими советами пользовался и насколько они были для вас полезны. Напишите мне в комментах. Хочется знать вообще, что просто что я тут хожу, пищу. Ну, здесь еще один такой шикарный, красивый вид открывается. Там какой-то уже комплекс достраивают жилой, будут квартиры продавать, может, даже офисы. Но, скорее всего, квартиры, да, там будут. Вот если прямо по курсу смотреть, вон там, где строительный вот этот кран. Там хочу рассказать вам, что очень долго, много лет было место пустое. Там они хотели что-то придумать, что-то построить, но так и ничего не построили. Мне кажется, это место там хотели облагородить еще при Лужкове, а это было 100 лет назад. Цените, ребят, памятник Владимиру Крестителю. Такой здоровый, реально здоровый. Круто, смотрится круто. Это местность такая новая. Ее только пару лет назад сделали. И сейчас, получается, в этом году, 2018, она вот так вот зацвела и полностью заработала. Все четко стало. И вот это здание тоже очень крутое. И там такое мини-Пожарский. Как его, граффити. И тут еще Кутузов. Там еще. Ну круто, в центре такое четкое граффити. Не стыдно, не стыдно. Сейчас подойдем поближе, посмотрим, что в этом памятнике еще есть. Здесь, получается, сзади памятника такая стена. И тут какие-то мотивы, ну, религиозные. Все с этим, с православием связанные, типа крещение. Ну, вот так вот все это дело и выглядит. Сделано очень круто, я хочу сказать. Смотрите, какие детали тут. Богатыри всякие русские. Ну, очень круто, круто. И вот так вот сзади выглядит этот памятник. Ну и здесь такое ездовое место. Здесь очень часто перекрывают движение. Всякие членовозы здесь ездят. Такой вот пятачок, как говорится, такой загруженный. Пробки, ну, насчет пробок, это я вообще молчу, это центр Москвы. Пробки постоянно. И вот эти вот иллюминации здесь тоже постоянно ездят. Тебе могут в любой момент перекрыть дорогу, и ты даже не можешь знать, на какой именно период тебя здесь задержат, как говорится, пока эти члены не проедут с мандатами. Но вы поняли. Вон, кстати, лимузин, короче, какой-то едет. 2G класса. Кого-то везут. Не знаю, кого. Но Мерседес, лимузин очень серьезный. Видите, все перекрыто. Сразу мусора тут перекрыли, все. Все, сейчас должны запускать движение. Так. Ну, короче, ну вы поняли, здесь постоянно такая штука. Тем более сейчас, уже после рабочее время. Сейчас на территории Кремля свели вот эти вонючие цветы. Как называется, напишите в комментах. Посмотрим поближе. Вот такие вот. Не, выглядит шикарно. Ну, воняет, блин, мне не нравится такой запах. Как удачно мы с вами попали. Опять на смену караула. Сейчас оценим, зачекаем. Вот ребята идут на смену. Сейчас 7 часов. И 8, видимо, будет уже... У них рабочий день вроде заканчивается. И 8, вот этих парней уже не будет. Там один просто придет, заберет тех оставшихся. И они свалят себе в казарму, которая находится вон там. Эта тема собирает всегда очень много зрителей. Реально. В любую погоду. Вот человек, они каждый час меняются. И, блин, сколько вот я не смотрел на все это дело. Ну, всегда смотрю. Не надоедает. Вот так вот я хочу сказать. Реально, вещь интересная. Ну вот примерно так все это дело и происходит. Ну и на этой прекрасной ноте, как говорится, спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь, ставьте лайкусики. Бум!